Масленица в этом году ранняя и совпала с зимними Олимпийскими играми в корейском Пхёнчхане. Жители Торонто решили отметить ее необычно и по-спортивному на Любо-хуторе. Хозяева хутора вместе с неугомонной группой друзья предоставили, кажется, все – парковку, сцену, кухню, каток и кострище для сожжения виновницы празднества. И еще мы решили совместить Олимпиаду и Масленицу, потому что у нас много друзей, которые любят не только спорт, но и русские народные забавы, и фольклор, песни, танцы, пляски. Я редко себя хвалю там и восторгаюсь, но там есть все темы очень хорошие. Вот, некоторые соло чудесные. Это мы записали это в 58-м году под влиянием, ну, в 60-м, да, под влиянием Майлз Дэвиса, Кеннонбола Эдерли и Гил Эванса. Это великие люди джаза, это вершина джаза вообще, такая с импрессионистским окрасом, вот. И до сих пор ничего подобного не появляется. Февраль 2018 года. Что же происходит на рынке недвижимости? Сегодня я хотел немножко отклониться и не рассказывать вам просто чисто статистику, что происходит на рынке, а рассказать немножко интересные факты, которые выходят за пределы недвижимости.